Отличный дизайн. Как заполнить места, которые безуходны, легкий уход. На откосе очень хорошо, если рядышком у вас овраги какие-то возле дачи. Вот ясколка, почвопокровное растение многолетнее, безуходное. Очень хорошо цветет и размножается. Ирис бородавчатый. Арабис, он уже отцвел. Ромашка многолетняя, она и насевается, и двухлетняя одновременно. Она очень хорошо размножается, ее поливать не нужно. Очеток, капуста. Очеток видный. Маки разноцветные можно насеять. И будет вам очень красиво. Лихнис корончатый и халцедонский. Очень выносят хорошо засуху, любые температурные условия. И почвопокровные маленькие очетки. Разных-разных сортов есть. В данном случае это очеток голубая ель. Очеток едкий, он везде по лесочкам растет, желтым цветет. Очеток альбум белым цветет. И берез можно насадить вот такой сиреневый, ароматный. Вот. И дальше пошла осака. Есть осака пестролистная, но ее, если посадить, потом ее трудно вывести. Также аквилегия. Если у вас дача у воды, не забудьте посадить клубничку возле воды. Она будет самостоятельно разрастаться. Вот, вместе с мятой тоже посадите. Самостоятельно будет хорошо вам и полезно. Вот, она сама будет плестись кругом. Аквилегии, колокольчики.